Китайский особый административный район Синьгань с 1 марта полностью отменит мандат на обязательное ношение масок против COVID-19. Об этом объявил 28 февраля глава администрации Синьгань Ли Цзячао на брифинге. Эту информацию агентство Nazarnews предоставило китайское агентство CCTV+. По его словам, этот шаг был сделан для того, чтобы оживить туризм и предпринимательство и вернуть город к нормальной жизни после 3-летних ограничений в связи с эпидемией. С 1 марта будет полностью отменен масочный режим, при этом жители Синьганя не обязаны носить маски ни в помещении, ни на улице, ни в общественном транспорте. Но в местах с повышенным риском заражения вирусом, таких как больницы и дома престарелых, администрации учреждений могут объявить требования о ношении масок по своему усмотрению, заявил Лю Цзиньчжао. По словам главы администрации, этот шаг основан на нескольких соображениях. В частности, он отметил, что эпидемиологическая ситуация в Синьгане находится под контролем. В Синьгане создан комплексный противоэпидемический барьер, и крупных вспышек эпидемии в больницах и школах нет. Правительство Синьганя в прошлом году заявило, что регион в этом году будет готовиться к полному восстановлению нормальной жизни, сосредоточив внимание на экономическом развитии и продвижении строительства международного финансового центра для зарубежных гостей и посетителей из внутренних районов страны. Бахыл Кульчуманов, Акул Уламбекулу, Nazarnews.